Но если этот ролик наберет 500-700 лайков за какой-то промежуток времени, дорогие мои друзья, я вам обещаю то, что я прокручу в будущем 3000 золотых рулеток на одном из стримов. Абсолютно на одном, на любом рандомном стриме я прокручу такое количество рулеток. Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Ну а перед просмотром данного ролика хочу вас всех попросить поставить лайк. Собственно говоря, победитель в прошлом ролике, ребят, на 5 миллионов вирт, вот этот вот человечек, ему отдаются эти 5 миллионов. Напиши мне в комментариях либо под этим роликом, либо же просто ВКонтакте. Ссылка на мой ВК будет в описании. Также, ребят, в группе ВКонтакте проходит розыгрыш 250 миллионов вирт. Тут все просто. Просто нужно поддерживать активность, поставить лайк там и все такое. То есть подписаться на группу ВКонтакте, на канал и просто ждать итогов. Собственно говоря, вот такие вот дела. Но если ты тоже хочешь выиграть 5 миллионов вирт, то тогда я тебе советую попросту написать свой никнейм в комментарии. Ну и не забыть поставить лайк этому ролику и открыть фид своего канала, чтобы было видно то, что ты все-таки лайк поставил. А сегодня в видео поговорим мы о том, как я открыл 2500 рулеток. На самом деле их было 2600-2650. И я их умудрился всех открыть. Если на наши деньги, и в принципе, если это вообще перекидывать в игровую валюту, это получится порядка 2,5 миллиардов вирт. Даже если их сливать по 2,7, по 2,8 кк, это будет довольно-таки неплохая сумма. Но я решил их все-таки открыть. У меня было сначала 2000 рулеток золотых. Вот, кстати, вы видите скриншоты этих рулеток, как они вообще выглядели и сколько у меня их было. Вы можете самолично все посчитать и понять то, что там все-таки их 2000 штук. После открытия этих рулеток я примерно нафармил себе в районе миллиарда вирт, сделал для вас новогодний розыгрыш и, соответственно, разыграл для вас кучу крутого дропа. Также нападло очень много доната, порядка 50, а то и 70 тысяч доната, которые я также слил на различные мотоциклы НРГ, ну и впоследствии НРГ я продал по заниженным ценам. Почему по заниженным? Потому что я их продавал за 40-50 миллионов, сейчас же их цена 80-70 миллионов вирт. На данный момент у меня остается 450 миллионов. 250 из них идут на розыгрыш, который сейчас идет у нас в группе ВКонтакте. А вот с остальными 200 я даже не знаю, что делать. С учетом того, что у меня на каждом стриме идут розыгрыши по 5 миллионов, и банально мы запускаем стрим, набираем определенное количество лайков, и сразу же я делаю розыгрыш на игровую валюту. Это довольно-таки круто. Во-первых, мы разыгрываем вирты, ну и, конечно же, сейчас я начал покупать бронзовые рулетки для того, чтобы выдавать их новым игрокам. Новые игроки качают третий уровень, а так как сейчас, если ты прокачаешь аккаунт до третьего левела, зарегистрировавшись на мой никнейм Барон Корон, ты получишь от меня 500 тысяч вир. А это хороший отель и, конечно же, довольно неплохая машина. Так вот, сразу вопрос. Многие начнут задавать вопросы, откуда у меня было 2000 рулеток. Ведь на самом-то деле у меня не было никаких виртов, у меня не было 2 миллиардов вирт. И вообще, какого хрена получилось так, то, что у меня появилось 2000 рулеток? Как я всем говорил, то, что это админские читы. Да, действительно, ребят, это так. Все могут начать говорить то, что я как-то набагал, начитерил, потому что был такой баг на Аризоне, когда можно было читерить золотую рулетку и спокойно их открывать. То есть у всех были забиты инвентари и все в этом духе. Но благо на Брейнбурге этого не было. Это было только на Red Rock'е, ребята. Конечно же, баг профикшен. Все, кто багал вирты, аккаунты обнулены, либо же они вернули все, что они набагали. Все очень, ребят, просто и легко. Я думаю, вы уже ознакомлены с теми роликами, там, где челикам удалили миллиард виртов, удалили там голд-рулетки, удалили аккаунты. Все по причине того, потому что был баг с голд-рулетками. И когда он произошел, куча аккаунтов отлетела в бан. Но я не багал эти вирты, хотя у меня, кстати, было желание выложить их на центральный рынок по миллиону и посмотреть реакцию людей вообще, то, что сколько людей напишут на меня жалобу за то, что я набагал вирты, потому что чисто банально, ну, невозможно, ребят, найти 2000 голд-рулеток. Я вам даже больше скажу, ребят, их невозможно нигде купить. То есть, чтобы такое количество голд-рулеток приобрести, как минимум нужно месяца два собирать их по всему серверу, потому что ни у кого столько нету. Максимум, сколько я видел, это 300 голд-рулеток у одного человека. Остальные же люди продают от 20 по 30 рулеток, по 40 и так далее. Ну, бывает даже по одной рулеточке. Так вот, я открыл эти рулетки, конечно же, мне пришлось открывать их порядка 10 часов. То есть, если бы я стримил, и это был единственный стрим, я бы открывал, конечно же, 10 часов эти рулетки. Ну, вы сами представьте, 2000 штук, 2000 прокрутов. То есть это 2000 раз нажать ролл.
и еще подождать, пока все это прокрутится, посмотреть, что выпадет. Тем самым мы выбили очень много лута, очень много различных дорогих автомобилей и, конечно же, очень много виртов. Одно мне выпало виртов чисто из-за того, что не по 5 миллионов выпадает, не из мешков. Просто она выпадала виртов порядка 40 миллионов вирт, это с 2000 прокруток. Просто вот вирты, которые идут там по 50 тысяч, по 100 тысяч, по 10, по 100 виртов там дают. Ну, вы, в общем-то, поняли, о чем я говорю. Конечно же, я, безусловно, очень сильно устал. Но после чего я увидел Юру. Есть такой человечек, тоже на Аризоне Брейнбург, админ. Все его знают. Кто не знает, ребята, вы скоро его узнаете, потому что он открыл 4000 золотых рулеток. Так вот, когда он открывал 4000 золотых рулеток, я зашел на сервер, дал ему немножко дропа различного, то есть там призов на розыгрыше, и сказал типа, на, поразыгрывай, почему бы и нет. После чего Юрец говорит, слушай, барон, на, держи рулетки. И дает мне просто 300-350 рулеток, я точно уже не помню. Я думаю, ну нихера себе. Ночью я запускаю стрим и начинаю крутить рулетки. Потому что это был для меня конкретно нежданчик. И ждать нельзя было дня, чтобы запустить стрим. И просто незапланированный стрим подрубается, и мы начинаем стримить. И я хочу сказать спасибо тем людям, которые зашли и поддержали меня в тот момент, потому что действительно было онлайн довольно неплохо. И люди даже, возможно, кто-то удивился, почему так поздно запустился стрим. Тогда это было где-то 10-11 часов вечера. Это было довольно-таки такое уже позднее время. И в это время я уж точно, если и стримлю, то по какой-то очень серьезной причине. Но это еще не все. Я прокрутил рулеток, немного оставил. После чего опять Юра дает мне еще 300 рулеток. В этот момент я просто выпал. Мне он дал в общей сложности порядка 650 рулеток. То есть вот получается, я прокрутил 2000 рулеток. У меня еще был новогодний розыгрыш, и мы только начали его разыгрывать, все эти призы. Там были НРГ, крутой грузовик за 200 миллионов. Там была Дюна ТТ до сих пор, которая у меня есть, которую еще не забрал победитель. Но надеюсь, в скором времени победитель заберет, потому что 10 человек еще не получили свои призы, так как попросту не могут зайти на сервер. И я все жду вот их момента, когда они напишут то, что мы зашли, давай переводи нам бабки. Но всем победителям я отписал. Вы видели сейчас огромную кучу скринов о том, что мне выпало, сколько мне выпало. Возможно, фрапсики. Я не знаю, как я это все смонтирую, круто это будет или не круто. Но, ребят, сам фактор того, то что вот есть человек, который прикрутил 2500 рулеток, это огромное количество. Конечно же, да, конечно, я не покупал их на свои деньги. Не было такого, чтобы я купил их на свои именно честно заработанные деньги. Но, ребят, знаете, что я вам скажу? Никогда, если у вас выпало как-то рандомным образом эта голд-рулетка, вот с этого вот банального ящичка, вот, выпала мне бронза. Если вам выпала голд-рулетка, продавайте нахер ее, потому что процент окупаемости в рулетках нулевой. Если вы открываете 3 рулетки, и вы как-то каким-то образом окупились, больше не покупайте. Потому что это, конечно же, не то, что рандом, а просто даже задача у рулеток такая — слить бабло. Представьте картину. У меня было банально, если на вирты, 2,5 миллиарда вирт. То есть это сумма, на которую можно купить все, что захочешь. СТО. Любой топовый бизнес, абсолютно любой топовый бизнес ты сможешь купить за 2,6 миллиарда. Конечно же, это огромная стоимость, огромная сумма. Но впоследствии я решил открыть на эту сумму рулетки, грубо говоря. И выбил всего лишь миллиард. На 1,5 миллиарда я ушел в минус. Это немножко не дело. Поэтому, ребят, скажу вам всем, продавайте эти рулетки, смысла от них нету, да и сейчас они банально обесцениваются. Ну а на этом я заканчиваю видео. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, ну и написать в комментарии, что ты об этом думаешь. На этом я заканчиваю. Всем удачи, дорогие мои друзья, и всем пока.